2 мая. Вот так дымит Азовсталь. С другой стороны, не очень выгоревшая. Вот дом рядом. Дома. Все погоревшие. А вот тоже. А вот и с другой стороны. Погоревшие. Вот так. А нельзя к ним снять или что? Показать. А сейчас в ФК Мариуполь. Летёвец. Почти целый. А вот и Нахимова. Тоже разрушена. Тоже некоторые дома погоревшие. Я думаю, папа снимет хорошо свет. Вот погоревший домик. Вот с другой стороны. Вот после улицы Италийской мы едем. Вот тоже погоревший дом. Да, мы покажем еще театр вам. Опять сейчас только один Азовсталь и все. Здесь Нахимова тоже некоторые дома по несколько раз. Переносить, пап? Вот. Дальше университет. Университет. Вот магазины погорели. Я с другой стороны покажу. Вот это вы там не создаете. Снимай. Не читай, не надо читать. Снимай, это наш университет. Снимай. Университет. Университет такой. Погоревшее все. Попадали в квартиру. В другую сторону. Шурка, а теперь дай маме, она вперед. Ладно, не надо. А вот опять. Что, я противоположную сторону? Другую? Вот горевшие дома. А что, переходи на лестницу. Сейчас вам покажется театр. Подъезжаем к театру.
вверх уже камеру. Так, приподними. Объезжаем вокруг театра. Жоль, направо. Жоль, направо. Не выключай, а то я как бы подъезжаю. Это как у нас? Школа искусств. Дома возле школы искусств. Рядом с Кирова. А теперь это Шилько, да? Это Сильпо. Дома возле Кирова, погоревшие все.